Esos mulets que vos sabéis vos. Все придут, Богдан, Карину, маму, будем их допрашивать, да? Кто остался, Владенька? Я оторвем этому засранцу руки и уши, да? Да, 100% был Богдан. Ну, не знаю, почему больше 100%. Может, это мама была? Ну, он же дома же у нас всегда же. Он же всегда же тут. Что? Вот еще выгодовый. Знаешь, какая у него машина? Ламба и гелик. У него две таких машины стоят. Ламборджини и гелик. Ламба. И обычный гелик. Обычный гелик, ну да. Черный. Ну понятно. Обычный черный, ничего особенного, да? А вот ламба дорогая. Угу. Уже чуть-чуть получше. Ну, богаче него мистер Бист. А знаете почему? Да ему дает 10 тысяч там. Ну и всякое такое. Вот ему дарит 10 тысяч. Долларов, да? Или 10 тысяч русских рублей. Или 10 тысяч евро. Ну, вообще он гринчан. На самом деле. Грек он? Что? Грек? Английский он. Англичанин? Да. Вообще доллары? Да, 10 долларов. 10 тысяч долларов. Да. Ну, классно. Есть кто-то у него там мать, или там всякая такая. Понятно? Так, ты мультик будешь смотреть или мне на кино можно переключить? Да, можно. Можешь кино следить. Да? Но я тогда твой телевизор.